В одном маленьком городе жил котенок Коржик, его братик Компот и их сестренка Карамелька, а еще много других веселых котят. Коржик, Карамелька и Компот – три кота. Два кота! И одна кошечка. Мяу! Штормовое предупреждение. Однажды котята гостили у дедушки. Сейчас, котятки, погрузим вещи на яхту и... Выйдем в открытое море! Сначала узнаем, какая будет погода. Погода отличная. Все корабли в море. Ученые изучают погоду по приборам. А чего ее изучать? Вот она, вокруг. В море важен точный прогноз. Я покажу вам, как узнают погоду настоящие моряки. Здорово! Миу-миу-миу-миу! Ведерко с линейкой. Это осадкомер. Он показывает, сколько выпало дождя. Нисколько. Ведерко пустое. А это похоже на полосатый носок. Он называется колдун. Волшебник? Нет, это прибор, с помощью которого измеряется сила ветра. Но он же просто висит. Потому что ветер слабый. Такая погода на море называется штиль. А здесь какие-то картинки с облаками. Это ловец облаков. Смотрите через окошко и сравнивайте облака в небе с картинками. Если облака перышками, будет тепло. А если как ватные комочки, будет шторм. А если на небе нет облаков, как сейчас? Значит, море будет спокойным. Эх, был бы шторм, я бы тогда... Вообще-то в шторм плавать нельзя. К счастью, приборы говорят, погода ясная. Я приготовлю небольшой перекус для нашей морской прогулки и сразу отчалим. О, какая бабочка! Я...